В подмосковном Пушкине 7 по 9 февраля пройдет 10-й фестиваль Кубок Святого Равноапостольного Николая Японского. Участниками события станут представители различных регионов страны, а также команды из Республики Беларусь и Казахстана. Кроме того, состоится матчевая встреча сборных России и Японии по карате, сумо, киокушинкай и всестилевому карате. Пройдут соревнования и среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В основную программу фестиваля включены 18 видов единоборств и боевых искусств. Пополнится она и новой дисциплиной – мечевым боем, который в настоящее время обретает популярность по всей России.